Добрый день, друзья, вернее, добрый вечер. Субботний вечер. Воронеж, прогулка по вечернему Воронежу. Солнышко прячется, наступает прохлада, хоть небольшая. Отдыхают. Все, давай отключай, нет?
пришила, не щадя, а горь въедалась глубоко. Но даже там, на самом дне, жива надежда воспарить, и лишь душа в кромешной тьме. Еще не поздно горят мы. Если хочешь прошептать, не бойся, солнечно шепчи. Мне так приятно засыпать под эти теплые лучи. И ни о чем являясь всем, со мной бережно делись. Я стану легкою совсем, чтобы продолжить эту жизнь. Ну так как наша группа все-таки про идиотию. Он на севере родился, где вокруг лишь снежный наст, где за соль олень чукотской душу дьяволу продаст. Здесь в шикарной белой шубе щеголяет этот плут, и порой приходит в гости, хоть его и не зовут. Это писец! Это писец! Он махнет хвостом пушистым, и тогда всему конец. Да, это писец! Да, это писец! Thank you.
сказала, я не стою, я подброшу на удачу, я курю и пойду дальше. Не дождетесь, не заплачу, если что, любой упаду и поднимаюсь, все в порядке, оклемаюсь. Не дождетесь, не заплачу, если что, любой получу сдачу, я в этом фильме главный актер. Включили подсветку, и город сразу преобразился. Тут все кафе работают. Бристоль во всей красоте. Thank you.
Воронеж. Филармония красиво подсвечена. Ну вот здесь, на площади Ленина, мы нашу прогулку сегодняшнюю завершаем. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы, ставьте оценки. До скорых встреч!